Мы начинаем. В одном далеком государстве, куда не долетали даже птицы, жил-был один маленький. Кто? Как вы думаете, кто? Принц. Принц! Ваше высочество, вы где? А где принц-то? Ваше высочество. Он, наверное, опять спрятался. Прячется. Наш принц очень любит играть в прятки. Он думает, что мы его не найдем. А мы его найдем. А мы его найдем, найдем. Ваше высочество. Ой. Что случилось? Кто обидел моего мальчика? Никто. Никто? А почему же принц Ганс плачет? Хочу жениться. Да, хочу жениться на самой настоящей принцессе. И все тут. Повелеваю оповестить все большие и малые королевства, всех принцесс. А вот мы принцессы. Мы приглашаем к нам во дворец на бал. Принц Ганс желает жениться! Внимание, внимание! Всем гонцам срочно отправиться во все королевства и объявить о женитьбе принца! Итак, всем прибыть ко второму числу на бал! Великолепный принц Ганс желает жениться! Бедная деточка! Бедные деточки! Не мешало бы есть поменьше. Ой! Ой-ой-ой! Ой! Ой! Ого! Добро пожаловать! Здравствуйте! А где лошадки? Такие лошадки, такие какие разноцветные лошадки. Адель. Габель. Подождите, по-моему, вот это. Адель, а вот это Габель. Адель. А нет, с рыжей гривой Адель. Адель. Или с серой гривой Адель. Или с рыжей гривой. Это вы серьезно путаете, нужно разобраться. Скажите, какой это Габель? Адель. О, это тоже Адель. Зачем не думать обе Адели? Какая ты Габель и какая это? Поставьте, там играть. Ну, давай остановимся. Все, поставили, все. Нет, я не хочу этих лошадок. Я просила разноцветных. Живо несите мой сундук. Сундук. Выпустите меня! С доставкой на дом родителям. Не хочу на такой жениться! Не хочу! Ой, как тут у вас красиво! Только где все? Никого нет. Я прошу тебя, невидимка, не тревожь постоянно мне душу. Я всего лишь простая пылинка, ничего на земле не нарушу. Что с вами? Ничего, принц, так. Вам смешно? Что вы, принц? Ни в коем случае. Разве это смешные стихи? О, нет, это серьезные стихи. Никому больше не буду читать своих стихов. Вот так вот. Мама! Я пылинка, я невидимка, не наружу. Вдруг в двери кто-то тихо постучал. Кого несет столь поздний час? Кто там? Я вся промокла. Здесь очень холодно. Пустите меня, пожалуйста. Бродяжкам здесь не место. Я? Принцесса? Да. Нет, не верю. Ни единому слову. Не верю. Мне кажется, что это настоящая принцесса. Скажите, пожалуйста, что это делают настоящие принцессы ночью на улице? Скорее несите мою горошину. Горошину? Наш личный. Ирины. Вот.
теперь-то мы узнаем, настоящая это принцесса или нет. Какие-то кочки сплошные. Никак не уснуть. Удивительная принцесса, Ваше Величество. Принцесса? Ну да-да, она же не смогла спать на моей горошинке. Значит, это настоящая принцесса? Ну, похоже, что это настоящая принцесса. И настоящая горошина. И настоящая горошина. Настоящая горошина. Ой, куда? Ступай, горошинка, в шкатулочку. И больше не убегай!